Здравствуйте, друзья. Обзор квартиры ЖК «Парк Рублёва», объект номер один. Окна протопил, откосы мы уже заштукатурили. Конечно, ребята должны были сделать фрезой угол гипсокартона, но они просто так наклеили. Им ай-яй-яй, они это будут исправлять. Электрики свою работу черновую закончили. У нас подрозетники КОПОС стоят. Здесь у нас ванная комната. Аквапанелями зашили зону инсталляции. Там у нас гребеночка. Кстати, вот здесь мы крыли немножко. Это у нас панель двери встроенной. Она будет заходить в стену, зашита гипсокартоном. С той стороны аквапанелью. И здесь все будет закрашено. С той стороны плитка. И дверь будет уходить внутрь стены. Идем дальше. Здесь у нас работы по потолку закончены. Вентиляция, выводы сделаны. На потолке у нас профиль для светодиодной ленты. Выкрасы для нашего заказчика. Конвектора установлены с учетом того, что у нас будет инженерная доска на полу, и она будет тютелька в тютельку вровень. Все это долго вымеряли. Вот. Дальше зал. Ребята прибрались, уборка вся сделана. Вентиляция завершена, мы их укрыли, чтобы они не всасывали пыль с объекта. У нас вот на объекте Андрей приехал в гости проверять наш же объект, как технадзор. Ждем от него результатов по проверке. Идем дальше. Гостевой санузел, почти все сделано. Небольшое складское помещение пока у нас. Здесь у нас будет щиток, слаботочный щит небольшой. Здесь тоже ребята установили профиль для двери. Он будет въезжать внутрь стены. Нам осталось ее зашить. И очень хорошо, что у нас площадь позволяет. Мы здесь сюда уже привезли всю плитку. И на следующей неделе мы начинаем укладку плитки. Объект такой большой, что даже склад не нужен. Есть помещение отдельное для складирования.